Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, и это третье прохождение игрушки под названием Spirit of the North. Как обычно, я выражаю благодарность подписчице Кровоцапке за данный подарок. Мне очень приятно. Кстати говоря, сразу забегая немножко вперед, я еще раз благодарю за еще один подарочек, которые Кровоцапка мне подарила, и, собственно, также будут съемки данного прохождения видео игры, игрушка под названием Puffs. Вот, я ее вкратце посмотрел, она такая даже, я бы сказал, няшная, милая, семейная. В общем, ожидайте, все будет. Приношу извинения за то, что съемки прохождения данной игры замедлились, но теперь я постараюсь каждый день до конца пройти эту игрушку. В общем, поехали. Третья глава. Часть первая. Я не помню, сколько в игрушке глав. Мне кажется, что я где-то видел, либо кто-то мне писал, спойлерил, что здесь 6 глав. Так, глава третья. Ну что ж, я, насколько помню, по-моему, мы проходили интересную пещеру, где много было спойлеров на то, собственно, что данная лисица, за которую мы играем, и те места, где мы находимся, это священные места, а наш лис — это божество в этих местах. Да. Кто-то меня спрашивал в комментариях: «Скай, мне кажется, ты палил прохождение игры». Я так немножко удивился. Спрашиваю, почему? Ну, ты, говорит, знаешь все, что происходит, что происходило якобы по лору игры. Я говорю, ну, как бы нетрудно догадаться. Вот и все. Ого, это что за мистический звук? Что это такое? Так, здесь, наверное, придется проходить прыжками максимально аккуратно. Красная порча. Я так понимаю, мы все ближе и ближе к ней. Кстати, посмотрите, насколько стало меньше снега, льда. И вроде не такая даже уже вьюга, как было в самом начале игры. Я не знаю, это то ли из-за того, что мы приближаемся к нашей цели. И как бы мы разводим порчу, да? Либо тут такие места. Я склоняюсь к первой своей мысли. Так. Ага, аккуратно. Максимально. Чтобы наш лис не разбился. Интересный артефакт. Так, может быть что-то... А, вот, я вижу, да. Левая кнопка мыши. А почему ничего не происходит? Интересная загадка. Загадки я, конечно, очень люблю. Что это за синий огонек? Что за золотой дух? Так. Мы подзарядились, кажется. Ага. Это была такая магическая сила, с помощью которой мы открыли проход. Собственно, какие-то заколдованные цветы, растения. А можно еще манипуляцию провести? Оу. Ага. То есть я забрал обратно эту магическую силу. Хорошо, отлично. Она нам, в принципе, я думаю, понадобится. Так. Блин, игрушка, конечно, очень классная. Мне нравится. Горячий... Какое-то горячее озеро. Может быть, там какой-то горячий гейзер. И что это? Я не знаю. Я туда точно нырять не буду. А то мало ли. Хотя, я так понимаю, где-то нам придется, наверное, проходить сквозь них. Плавь. Я не хочу этого делать, чтобы мой лис не сварился. Так.
нам откроется еще один проход, либо мы зарядимся еще больше энергии. Мне кажется, мы больше зарядились энергией. Кровоцапочка, моя хорошка, спасибо тебе огромное за данную игрушку. Она очень интересная, очень добрая. Давайте попробуем пойти по скале вверх. Здесь мы не перепрыгнем. Блин, куча лабиринтов. Знаете, у меня, в принципе, проблем никогда не было с прохождением лабиринтов. Я имею в виду, по крайней мере, знаете, такие детские журналы, там от пункта А до пункта Б надо по линии пройти, провести прямо, чтобы пройти прямо-таки в нужное место. Ну, как видите, да. Собственно, я нашел еще какой-то силуэт. Ага. Так, становится проще. Забираем магическую силу, она нам понадобится. Собственно, с помощью нее мы открываем порталы. Стойте. Это какая-то подсказка. Это какая-то была подсказка. Я только не успел рассмотреть, в чем дело. Непроходимые горы. На четырех скалах. Какие-то, не знаю, то ли амулеты загадочные, то ли чего. И лис. Волшебный наш лис. Он преодолевает эти препятствия через горы, через холмы. Так, то ли это отношение ко мне, что нам придется проходить данную локацию по скалам, по холмам, по этим. Ну, давайте посмотрим. Так, где-то был проход, насколько я помню. Где-то мы первый раз запрыгивали. Вот здесь, может быть. Так. Пробел. Отлично. Стой. Стой, стой, стой. Так, и нам вот в ту сторону надо идти. 100% я уверен. Можно обойти вон там. Мы здесь навряд ли перепрыгнем. Поэтому я даже не буду пытаться этого сделать, а пойду вот здесь по прямой. Блин, хотя... Хотя, подождите. Мне кажется, здесь тупик. Все-таки придется перепрыгивать там. Давайте вот тут попробуем прыгнуть. Здесь на камне лис не сможет, наверное, запрыгнуть. Чуть повыше. Развернемся и еще раз прыжок. Нет, все хорошо. Достаточно просто. И почти мне это удалось. Отлично. Так. Закрытая локация? Нет, мне кажется, там все-таки закрытая локация, и там нет прохода. Угу. Хорошо. Давайте тогда... Так, стой. Стойте. Мы проходили здесь. Блин, достаточно тяжелая часть, честно скажу. Эта глава... Она уже с такими новыми... какими-то... препятствиями, достаточно, ну, я бы сказал, не очень легкими. Так, пошли. Вот проход, который у нас открылся. Здесь мы сохранимся. Мы сохранились. Аккуратно. Давайте подзарядимся магической силой. Мы ее забрали? Нет, мне кажется, мы ее не забрали.
от каждого цветка. А, надо еще заходить, да, чтобы зарядиться. Все, я понял. Проход. Здесь прохода нету. Значит, идем немножко ниже левей. Вода. Вот мне интересно теперь, если мы встанем в воду, мы можем погибнуть? Я не буду этого делать. Можно попробовать вот здесь запрыгнуть. Так, ладно. Хорошо, давайте по отвесным скалам. В принципе, вот тут можно даже перепрыгнуть, я бы сказал. Так. А, ну, посмотрите. Нам ничего, в принципе, не... я бы сказал даже... Все прошло идеально. Оу, 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 оу. Тихо, тихо, потоп. Потоп. А, и вот здесь... Вот здесь открылся проход. Вы видели, как она отряхнулась мило? Налево или направо? Пойдемте сначала направо. Так, вот здесь магический знак. Блин, нам нужна подзарядка. Нам нужна подзарядка, и тогда... Там портал должен открыться. Блин, но насколько я понимаю, если мы попадаем в воду, то магическая сила... А, нет, она нас не покидает. Просто что-то мне показалось, что когда мы открыли вот здесь портал, и когда мой лис отряхнулся, после того, как он принял баню холодную, как будто бы магическая сила пропала. Так, хорошо. Давайте откроем портал. Оу. Ага, так, постойте. Кажется, я начинаю потихонечку понимать. Угу. Нам куда-то надо выше подняться, но вот... Здесь же был еще проход налево. Давайте проплывем. Магические цветы. Мы подзарядимся этой силой? Мы должны подзарядиться. Ага, есть. И где-то здесь еще должны быть 100% ворота, как я понимаю. Блин, мне нравятся вот такие вот прохождения, такие вот миссии именно, знаете. Какими-то лабиринтами непонятными. А что-то в этой серии я не встречал, знаете кого? Погибших людей. Посох. Посох я вижу. Посох я могу взять, но... Где человек, которому нужно освободить душу? Здесь, что ли? Череп в проходе. Так, еще магические цветы. Определенно будут для чего-то другого. Жалко, конечно, это не стрим. Если был бы стрим, я бы спросил бы. Поинтересовался бы. Господа, а куда мне идти, что мне делать? Да, немножко я, конечно, сейчас зашел в заблуждение. Здесь нельзя забраться. Так, подождите. Нет. Окей. Оу-оу-оу-оу-оу. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ого, посмотрите, все валится подо мной. Беги-беги-беги-беги-беги, родной. Беги, мой хороший. Тихо-тихо-тихо. Ух, я еле успел. Эти скалы прямо подо мной рухнули. Невероятно. Так, ага.
Вот этот маленький огонек, он нас ведет туда, куда нам нужно идти. Бегом, 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 бегом. Тихо, 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 стой. Нет. Ах, зря, наверное, я прыгнул сюда. Хотя вроде проход только сюда. Проход нас ведет только сюда. Так. Вот он. Вот он, еще один портал, который нам нужно открыть. Давайте зарядим его. Так, вода сошла на нет. Хорошо. Мы же не отсюда пришли. Нет, мы не отсюда пришли. Стой. Развернись. А теперь вперед. Фу-ху-ху-ху. Ну что ж, давайте попробуем. Достаточно легко. Но здесь тупик. Но здесь тупик. Нет, мы отсюда пришли, да. Давай, мой смелый лис, веди нас. А, вот он. Вот еще один портал. А мне интересно, знаете что, в конце игры, напишите в комментариях, кто знает, нам придется как-то бороться с красной порчей. Скорее всего, там будут какие-то прямо загадки-загадки. Так, вот цветы. Ага, вот она. Забираем магическую силу данных цветов. Отлично. И идем к тому порталу. Проход открыт, да? Где? Ага. Ого. Стойте, я должен схватить тот посох. Там посох же был, он не всплывет. Блин, нет. К сожалению, я данный квест опять не прошел. Ладно. Хорошо. Еще портал. Ну, магические цветы прямо рядом. Блин. Я не подзарядился. Сейчас, секунду. Так, она меня не заряжает. Давайте попробуем вот эти цветы. Ага. То есть даже здесь нужна уже дальше двойная сила. Ага, хорошо. Блин. Стой, 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 тихо. Давай, мой лисенок, ну развернись, ты же можешь, я знаю. Это уже, по-моему, 6-й или 7-й портал. Ага. Так, теперь надо быть предельно аккуратным, потому что ушла вода. И у нас образовались огромные обрывы. Мы можем упасть и разбиться. Будем предельно аккуратно максимально действовать. Так, здесь мы зарядиться уже не... А, можем, да? Угу, отлично. Магическая сила цветов здесь. Что-то мне подсказывает, что нам надо было идти вниз. Да, пойдемте вниз, мы тут уже были. Аккуратно. Наш лисенок
прыгнул. А, вот и посох, собственно. В принципе, давайте его заберем сразу. Здесь все порталы открыты. Ну и, наверное, единственное место, в котором мы не были, это где-то вот здесь. Вот туда надо спуститься. Во, точно. Оу. Классно. Ага. Еще один портал. А, мы прямо вот из этих порталов можем забирать силу даже. Классно. Я думаю, что вот эти все проходы, завалены именно красной порчей. Я думаю, что да. Здесь, возможно, когда-то были какие-то святые угодья, святые места. Но так как красная порча, она видит, что наш лис вместе со святым вот этим духом божества идут ее изгнать из данной долины. Поэтому, скорее всего, она засыпала все эти проходы. Логично, да. Я думаю, что так оно и есть. Да. Так. Ага, давайте посмотрим. Что у нас здесь? Я сразу вот здесь вижу эти волшебные цветы. Так, давайте сверху посмотрим. Здесь вроде бы нету никаких порталов. А, вот он. Точно. Ага. Как же я мог пропустить-то? Здесь не запрыгнуть, блин. Если попробовать встать вот на эти камни, попробовать прыгнуть туда. Давайте попробуем. Ох, нет, слишком далеко. Это у меня не получится сделать. Там прохода тоже никакого нету. Так, окей. Дайте-ка вот здесь я кое-что гляну. Так, здесь тоже еще волшебные цветы. Так, скинем посох. И подзарядимся цветами. А верхние? А как взять верхние цветы? А, может быть, давайте, знаете что, прямо издалека попробуем погавкать нашим волшебным лисом. И может быть, проход откроется. Не уверен, но возможно. Нет. Блин, в чем же здесь может быть подвох? Здесь нам тоже не пройти. Здесь... отсюда мы пришли. Отсюда мы пришли. В этой стороне мы вроде тоже все прочекали. Может быть, я что-то пропустил? Нет, здесь волшебные цветы, да. Тут больше, кроме цветов, ничего нету. Так, стойте. Так, ну, цветы я заряжался. Хорошо. Возьмем посох. Трудная достаточно глава.
А мне кажется, это уже пошла вторая часть ее. Здесь тоже нету никакого выступа куда-либо забраться. Хотя, по идее, можно бы было бы с помощью этого волшебного огня как-то скинуть вот этот камень, да? Так, тотем наверху. Тотем наверху. Куда же идти? А, вот, подождите, еще один проход. Я здесь не был, кстати. Точно, вот он. Всего-то оказалось так просто. Так. Образовались гейзеры. А на гейзерах теперь нам надо подпрыгнуть наверх. Логично? Ну, давай. Точно. Как это оказалось-то просто? В принципе, так. Хорошо. Вот здесь вот. Когда будет всплеск гейзера, я прыгну. И прямо. Отлично. Найс. Так. Ай, блин, нам надо подзарядиться. Нам нужны волшебные цветы. Стойте, стойте, стойте. Давайте я силу прям заберу с тотема. Гейзеры же не перестанут идти? Я думаю, что нет. Так. Ага. Отлично. Мы заряжены. Не говорите, что гейзеры перестали идти. Нет. Они есть. Ну, они есть. Блин, нет, их нету. Ладно, хорошо. Заряжаем по волшебству. Бежим. Где-то здесь были эти цветочки. Подождите, 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 подождите. Где-то ж я же брал их силу. А брал-то я здесь. Так. Я, кажется, понимаю, в чем подвох. Подвох в том, что нужно как-то максимально быстро, скорее всего, сейчас забрать силу. Прибежать к последнему, наверное, гейзеру. Хотя, стойте. Нет. Не надо ничего такого делать. Все легко и просто. А, я-то уж думал, знаете, надо было быстро забрать силу с тотема, прибежать к последнему гейзеру, прыгнуть с этой силы. Ох, это было бы максимально сложно, но я думаю, что я бы с этим справился бы. Давай. Давай. Начинайся. Отлично. Поехали. Эх ты ж, как же так-то стоим. Насколько тяжелая глава, не знаю, как для людей, которые проходили игру. Но я думаю, что я с ней справился. Хо-хо-хо-хо, помилуйте меня. Так-с. Это нам надо попасть вон туда, наверх? Либо сюда? Так, вряд ли. Отсюда мы можем сюда запрыгнуть. Здесь это понятно. Вот этот гейзер к чему? Не понимаю я. Хорошо. Так, обойдем пока его. Заберем силу волшебных цветов. Вот теперь мы запрыгнем в него. Давай, давай, давай. Где был проход? Куда был проход? Вот мне интересно. А, все, я понял. Стой, почему я силу не забрал? Как же так-то?
Нам нужно обойти вот с этой стороны. Вот. И вот на те приступки. Да-да-да-да, нам точно. Угу. Вон там еще один проход. Так, давайте подготовимся и прыгаем. Отлично, стой. Все, супер. А теперь аккуратно туда. Есть. Так, и... куда мы пришли в итоге? Так, ну все правильно. Вроде бы все правильно. То ли я уже запутался настолько, что я уже немножко не понимаю. Так, стойте, стойте. Нет, все правильно. Мы на верном пути. Круто. Оу. Ух ты, черт возьми. Давай-ка вот сюда-ка. Так, силу мы забрали? Мы забрали силу. Прекрасно. И вот на этот гейзер. Давай-давай-давай-давай-давай, быстрей. Отлично. Практически, я бы сказал, на одном дыхании, но не на одном дыхании. Я вижу тотем. Оу, да ты издеваешься. И как здесь пройти? Блин. Там, кстати, по-моему, какой-то портал загорелся. Или мне показалось? Так. Посох. А, ну мы, в принципе, заряжены силой, зачем? Вон там тотем. Тихо, 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 тихо. Оу, даже так. Хорошо. Там открылся еще один проход. То ли в пещеру, то ли не пойму пока что. Можно сразу мне забрать силу волшебных цветов, если мне ее дадут? Ага, пошли. Ой-ой-ой-ой-ой, я не люблю, когда вот это вот все рушится, обламывается и падает вниз. Я это очень не люблю. Тихо. Мы не перевернемся? Круто. Проход вправо, а там еще было сквозь пещеру. А смысл? А смысл зачем? Просто сократить путь или здесь? Хорошо. Так. Мой лис начинает нервно дергаться. Вы видели? Там портала нету. Подожди. Ну, здесь явно какой-то проход. Оу. Ого. Это опять та красная порча, которая... Красная сила, да, помните? Которая, по-моему, в первой главе нашего лиса чуть не убила. Что-то в этом роде, что-то такое. Да, лис начинает чихать. Оу. Это красная порча. Один из ее придатков, знаете. Мы не погибнем? Так, у нас есть сила, но мы не можем ее изничтожить. Давайте выбираться отсюда, ну его нафиг. Оу.
не нравится мне здесь. Мне здесь очень не нравится. Я хочу выбраться отсюда побыстрее, блин. Давай, 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 выходи, выходи, не чихай. Все, все, все хорошо, стой. Все прекрасно. А, вон там есть какая-то статуэтка. Тотем. Можно втройне силой зарядиться мне? Так. Блин, вот эти проходы, они очень опасные. Нифига себе. Вот это полет. Да. Хорошо, повторим еще разок. Отряхнемся. Конечно. Давай. Нам надо, наверное, подождать, когда этот гейзер пройдет, а потом уже прыгать. Так, вот он прекращается. Почти прекращается. Почти прекращается. И мы прыгаем. Отлично. Стой. И... Найс. Все. Так. Так. Огненный лис. Что здесь нужно сделать? Вон туда есть проход. Вон туда есть проход. Так. И... Стой, 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 стой. А, вот, 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 вот. Отлично. Блин, как же здесь все запутано. Это просто невероятно. В целом, я даже уже офигел. Ты издеваешься? Блин. А, хорошо. Вообще, уступки внизу. Уступки внизу, я вижу, да, вот они. Попробуем отсюда прыгнуть. Аккуратно. Стоп. Максимально аккуратно. Тихо, 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 мой хороший. Ты смог это сделать. В принципе, не так сложно было это сделать, да? Как казалось. Oh. И что? Вон там у нас есть портал этот. Да, я бы сказал, это прямо-таки лабиринты. Непроходимые лабиринты. Но только, я думаю, что не для нас, по крайней мере. Та-та-та-та-та-та. Куда ж тебя так бросает-то, мой хороший? Так, кейс. Давайте еще раз попробуем туда сходить. Прыгнуть. Максимально. Пока нету гейзера. Отлично. И я опять здесь. Мне вот только непонятно... Тихо. Непонятно одно. Сейчас мы открыли какой-то проход, но почему я ничего не увидел? Куда нужно было бы идти? В чем причина? По тем уступкам ничего нету. Туда наверх смысла нет идти. Оттуда мы пришли. Там проход. Опять придется поломать голову. Ладно. Голову я люблю поломать. Я думал, нас забросит куда-нибудь. Нет. А вот здесь, интересно, в этом месте мы ничего не упустили?
Давайте попробуем посмотреть. Так. Здесь уступок. Еще один. След красной порчи однозначно идет с той стороны. Блин, мне кажется, мы что-то не увидели. А что мы могли не увидеть? Не пойму, не пойму, не понимаю. Такс. Давайте еще... Блин, нет, уже здесь, по-моему, я не смогу пройти. Пробежаться вдоль этой линии, что ли? Я не знаю даже. Так. Опачки, стойте. Водопад вверх. Мы здесь открыли. Порталы здесь открыты однозначно. Так. Такс. Здесь мы сохранились? Здесь мы сохранились. Окей. Шли мы явно в эту сторону. А, вот здесь на гейзере вверх. Правильно? Блин, головоломка. Ждем. Прыгаем. Вперед. Здесь мы запрыгнули наверх. Насколько я помню. Так. Стой. Дай-ка я вот отсюда запрыгну, наверное. Блин. Да что ж ты? Ну, давай. Ладно. Хорошо. Давайте вернемся в начало. Вернее, в конец. Да, это прохождение довольно-таки одно из таких прям... долгих, я бы сказал. И затянутых. Ну, не все же время просто бегать по прямой. Спасать души людей. Иногда, я чувствую, придется поломать и голову. Это порча нам, порча дала такое задание. Собственно, это не мы. Это все проделки данной порчи красной. Так, вот здесь приступки. Я думаю, если по ним попрыгать, и, наверное, вон туда наверх. Так, ага. А теперь вон туда. Блин, да что ж, не получается. Может быть, конечно, где-то что-то рядом, я просто этого не вижу. Может быть и такое. Давайте вернемся к красной порче. Может быть, там что-то произошло, я не знаю, честно. Не уверен. Но сейчас лис идет даже как-то прям чуть смелее, чем до этого он шел. Нет, вы видите, я не могу его пока уничтожить. Правой кнопкой мыши, а силы не хватает. Силы как будто у лиса на исходе, ё-моё. Так, подождите, а вот здесь проход? Нет. Ничего такого. Хм.
Подзарядимся от всех цветов. А я, кажется, вижу, в чем проблема, в чем причина. Да, мне кажется, я кое-что не увидел. Подождите, а? Не уверен. Вот там открылась пещера, а я так долго бегал по этим местам и искал, куда же надо пройти. Да, вон проход. Вон там проход есть. Ладно. Вы уж сильно не ругайтесь на меня. Вот там есть проход, но, блин, теперь как на него залезть? Вопрос. Вопрос. На этот камень, на этот приступок мой лист заходит спокойно. Прыгает. Он может отсюда прыгнуть. Только надо как-то развернуться, резко шифтануть. Блин, не получается. Попробовать на тот камень шифтануть. Здесь прыгает он. Прыгает. Да чтоб тебя. И отсюда не получается. С размаху, с разгону. А, ну можно, в принципе, знаете что? Чтобы голову не ломать, вон оттуда сверху пройти и прыгнуть. Зачем мне эти уступки, когда я могу обмануть всю систему? Давай, 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 давай. Отлично, молодец. Хороший мальчик. И теперь, стой. Знаете, все на самом деле это легко и просто. Просто, как говорится, невнимательность. Аккуратно, есть. Так, как теперь туда запрыгнуть-то? Есть. Угу, аккуратно. Ах, да черт. Ну уже. Ну давай. Отлично. Найс. Есть. Так, так, смотрим все тотемы. Сразу смотрим все тотемы. Заряжаем. Оу, вот оно чего. То есть вот этот весь тотем нам надо зарядить по рисункам. Вот эти все рисунки должны быть заряжены волшебным светом. И тогда, возможно, мы уничтожим ту красную порчу, которая вот там в той пещере, да? Окей. Так. Теперь может попробовать к ней спуститься, я не знаю. Но она вон там. Блин. Вообще, по идее, проходов больше других нету. Я думаю, нам надо идти именно к нему. Именно к этому тотему. И сейчас что-нибудь произойдет. 100% да. А, мы последняя... Подождите, мы была последняя как бы... Картинка этого. Магическое число. Вау, вау. Вау. Это что? Что происходит-то? Что надо делать? Воу, вы видели, это что было-то? Нифига себе. Я немножко не понял, но я ошалел, конечно. Красную порчу-то... А, может быть, надо было уничтожать так красную порчу, которая там? Типа к ней подойти и разнести ее в клочья. Стойте. Так. Давайте еще раз. Мы заряжаемся. Мы зарядились?
нет. Так, наверное, в комментариях я попрошу подсказки на прохождение. Вернее, вот на конечную вот эту вот цель. То есть то, что сейчас произошло, я хочу просто сейчас вернуться к этому последнему тотему. Попробовать зарядиться, если мы зарядимся. Если нет, то тогда я на этом серию прохождения закончу. И прошу в комментариях ваши подсказки, что же здесь нужно сделать, что я не сделал не так. Да. Собственно... Подождите. Ну? Оу, оу. Тихо. Во, нормально. Идем, идем, идем. Вот сейчас мы разобьем эту красную порчу. 100% я в этом уверен. Давай, малыш, ты это сделаешь. Да. Вот оно, что нужно было сделать. Собственно, взять этот огромный заряд и просто разнести здесь эту красную порчу. Ну а теперь открываем последний тотем. Ох, это было не очень-то даже и просто, я скажу. Невероятно. Да, поломал здесь я, однако, голову с этим прохождением. Ну что же, давайте на этом закончим. И скоро у нас будет 4-я глава. Следи за каналом. Не пропусти. Пальчик вверх, подписка на канал.